Господи, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Матфея 22, 29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». За 19 декабря 2019 года. Ну и обращение о помощи. Я буду продергивать здесь дальше, а курсором можно продлить, останавливать. Ну, 4 ролика про этого, про старосту нашего. Ну, вот за 19 декабря, как Николин день, память Николы Мерликийского чудотворца. Мне позвонил тут Андрей, брат наш,
попросился встречу, я разрешил ему, приехал и стал говорить о своей опустошенности в душе, не впадая в грех. Ну, то все и записали, теперь легко, любой может посмотреть. Если для других 1 миллион значит что-то, для нас 100 человек это уже много. Потому что у нас божественное вечное, и каждый там не будет сидеть смотреть. Ему это не надо. Ему стало тут полегче. О чем мы и говорим. Близок Господь к сокрушенной душе. Я и говорю об этом. Все. На сегодня все. Больше ничего тут не делали.